Всем привет, ребятки. Меня зовут Люцис, и мы находимся на базе 88727. Это очень крутая база, скажу вам сразу. Здесь есть чомпер, с него можно слить бензин, что я потом, возможно, сделаю, когда буду умирать. Для того, чтобы ее вскрыть, понадобится всего одна сишка. Сейчас покажу. Начинаем мы вот... Так, не отсюда, конечно. Да, тут есть тарелки, так что будьте аккуратны. Тут их... Но я точно знаю, что про две. Потом, может быть, еще где-то одна есть. Нет, три. Три я точно знаю, где они находятся. Или две. Короче, ломайте так, как говорю, ну как, показываю я. Потому что в этом ящике есть батареечки. И кому надо, это очень топовый ресурс. Так, сейчас. Давайте, пацаны, подходите. Все? Че, все, что ли, сдулись? ВСС рулит. Плюс, кто заметил, у меня чуть-чуть модифицированный. У меня две редкие схемы на нем, двойной магазин и прицел. И оружие реально выглядит топово. И ты попадешь по мне хотя бы, нет? Да, блин, откуда ты-то взялся? Блин, я шум зря поднимаю. Ой. Ну, конечно, тупанул я сейчас очень сильно. В общем, заходить мы будем вот отсюда. Можно отсюда, отсюда вроде не меняет. Так, это у нас первый ящик. Здесь у нас кар и... Кольт. Протюни. Здорово. Так, бегунов я так зарежу. А для толстяков я специально взял ВСС, чтобы побыриком от них избавляться. Ну, как только они придут, конечно. Так, открываем вот этот красный ящик обязательно. Я надеюсь, я успею все сделать. Так, ты... Вот я сейчас что-то не подумал. У меня сколько шума? А, еще нормально. Еще один ящик можно открыть. Так, я сейчас заберу генератор. Тут их целых три штуки. В прошлом моем рейде, которого нет, к сожалению, на канале, потому что я рейдил его либо в субботу, либо в воскресенье с телефона. Меня дома не было тогда. Поэтому я и не записывал. Буквально было сколько? Ну, максимум недели две, может, три назад мне попалась эта база. Так, я этот момент скипну потом. Итак, ребятки, генератор я отнес и пришел сюда, чтобы посмотреть. А вот тут глоки, надо их забрать срочно, обязательно. Первое, что надо делать. И здесь у нас АК, тоже забираем, хорошая тема. И потом... Вот здесь, вот в этих черных ящиках, во всех четырех, насколько я помню, находится броня. Это тактическая, синенькая, самая топовая. Ее тоже мы потом заберем, но уже попозже. Сейчас нам надо открыть вот, насколько я помню, вот этот синий ящик. Ну-ка. Блин, нет, пустой. Тупанул, значит. Значит, тупанул. Ладно, придется от зомби сейчас избавиться. Отнести вот этот лут и умереть от... Одного оставить, в общем, не умирать. Так, один толстяк там... Что, реально один, что ли? Ты же не можешь быть один. Нет, ты не можешь быть один. Так, братюнь, давай-ка со мной, я пока в чемпер положу все, что хотел украсть отсюда. Ты давай подходи, подбегай. Сейчас мы умрем по-быренькому. Так, давай, беги. Так, зачем я хилюсь? Хилиться не надо. Так, вот это мы положим. И, ну, АК пусть будет. Так, здесь мы вот так вот делаем. Нет, стоп. Я же тебя должен набить хотя бы. Тут меня потом... Так, отойди-ка от чемпера. Вот так. Теперь можно умирать спокойной душой. Давай, поехали. Отлично.
Давай, грузись, грузись. Не стесняйся. Толстячок, ты меня ждал? Блин, я думаю, я застрял. Вот это было бы эпично сейчас застрять в стене. Это мы все одеваем. Это мы все забираем. Окей, идем. Идем забирать еще чуть-чуть лута. И второй генератор. Так, а тут я бензин должен забрать. Давай. Отлично. Так, не здесь. Вход у нас нынче вот тут. Не стреляй. Я свой. Так, здесь я все забрал. Здесь я все забрал. Здесь я все забрал. Блин, налажанул я вот с этим ящиком. Короче, вот в этом ящике, вот в этом зеленом, с уверенностью 90%, говорю, там есть, там половина разрушителей, половина кувалд. Вот в этом синем ящике, по-моему, не по-моему, даже все катаны. Но сначала мне надо забрать вот отсюда лут. Тут тоже что-то было. Какие тут узоры? Новый год, Хэллоуин, черепа. Узор черепа. Черепа, черепа. Хэллоуинчик я, наверное, заберу. Краску можно тоже забрать. Вот в этом красном тоже есть интересный лутец. Ладно, шум еще позволяет. Ракетница тоже хорошо. И забираю генератор и тащу его туда. Итак, я принес второй генератор. Сейчас мы положим. Сюда тоже мы складируем весь лут. Это мы зальем. Вот это ракетница, АК, пистолет и пистолет. Пусть будет такой лут. Сейчас еще заправлю, заберу бензин, который там остался в чемпере. Тут где-то, по-моему, еще был бензин, но в каком-то наружном ящике, я уже не помню каком. Вот там, где батарейки, вот рядом с ним какой-то был ящик. Попробую, посмотрю. Надо пооткрывать другие еще ящики. С громилой побегаю. Вот неудобно мне чемпер тут встал, вообще не в тему. Так, скорее всего, я катану... Ну, ВСС я точно тут оставлю уже. Смысла его брать с собой никакого нету. Так, бежим. Бежим, бежим, бежим. Сначала я открою ящик с броней. Надо переодеться же. Вот здесь батарейки еще, блин. Я вот это, наверное, сразу уберу сюда. Это тоже. Это мы похаваем все. Батареечки я заберу. 80 батареек вообще тема, класс. Здесь у нас, что у нас тут, ничего. Тут у нас кто-то осталось, ничего, здесь тоже ничего. Ладно, открою ящик, наверное, с броней, вот этот вот. Громила не должен прибежать. Фу. Переоденусь. И теперь будем думать, что нам открывать. Вот эти ящики, насколько я помню, пустые. Вот здесь что-то было. Раз, два. Вот здесь я говорил, тут разрушители и что-то еще. И кувалды. Так, вот этот генератор, я, пожалуй, сдвину его, чтобы он мне не мешался тут бегать. Я хочу открыть оранжевый ящик, посмотреть, что там внутри. Скорее всего, там будут ресурсы, я так думаю. Раз. Так. Плотненько сейчас будет. Раз, два, три, четыре. Одну единицу от брони я заберу. Пожалуй, заберу. Молоточек сюда, топорик. Так, начинаем, наверное, вот с этого. Или вот этот открыть. Катаны забрать или разрушители. Вот не знаю, дилемма у меня, короче. Так, он бежит. Окей, тут катаны есть, не ошибся. А, тут броня, ну, логичнее было предположить. О, дробовичок, окей. Сейчас мы обратно сбегаем. Тихо, не коцайте меня так сильно, больно же.
Попробуем побегать от Громилы, подурачить его чуть-чуть. У меня байк сверху. Значит, надо его где-то вот тут, думаю, сбросить. Фух. Так, что мы будем забирать в итоге? Не знаю. Надо думать. Так, вот этот я точно выкину. Наверное, узор Хэллоуин 2017 я тоже выкину. Вот это я тоже уберу. Вот, у меня 3 места, 4 места. Нет, 5 мест. Вот так. Пойду забирать. Чуть-чуть разрушителей возьму. И чуть-чуть. Катан. Наверное, так сделаю. Вроде бы больше ничего не должен был пропустить. Там больше ничего нету. Вроде бы. Кто знает. Там был где-то ящик, вот стопудово уверен, с бензина. Вот где он только, я вообще не без понятия сейчас. Попробую открыть один казуальный ящичек. Может быть, что-то там найду. Вот где-то вот здесь. Может быть, вот этот ящик. Тихо. С Громилой в шутки плохо, я смотрю, он... Плюс что-то это заедание, либо у меня с клавиатурой что-то не так, либо с игрой. Надо ждать довольно-таки долго, долгий промежуток, чтобы захилиться. Я чуть сейчас не умер, кстати. Посмотрю, где бензин у него находится. Я хочу узнать точно, наверняка, для следующего своего рейда. Так как он мне попался на... во второй раз, то он попадется и в третий, и в четвертый. А бензин это всегда хорошо. Бензин нужен всегда. Так, надеюсь, у меня спринт зарядился. Давай, скажи, что зарядился. Ну, беги хотя бы. Давай. Громила там уже херачит, дай боже. Братюня, беги, пожалуйста, беги, я тебя умоляю. Так, вот здесь, нет. Вот здесь, вот. Ну, хотя бы забери его. Так, катаны, мачете, что брать, не знаю. Короче, требуется топор. Значит, беру катаны и свариваю. Все. Там, вот тот ящик, который я хотел сломать, там реально есть эти разрушители, но я что-то за это самое забегался и забыл, что у меня нету топорика. Фу, все. Я нашел этот бензин, вы видите, где он, если кому надо, забирайте. 14 штук, в принципе, немало. Так, едем. Что мы украли в итоге? 8-9 катан. Сейчас, ладно. Сейчас приедем домой и посмотрю на базе уже конкретно. Что мы в итоге получили с этого рейда? Ну, рейд топовый, это однозначно. То, что там турельки есть, которые работают. Не первого уровня, кстати, это уже, как по мне, топ. Так, мы сперли два генератора. Два. Потом мы сперли. Что мы сперли? Так, бензин мой, 14 штук. Бензина это мой, мое. Так, сейчас соберем отсюда, что мы здесь еще имеем. Да, плюс еще вот этот бензин, который я с чемпера унес, делал. Примерно двадцатку. Вот это можно считать, что я его спер спокойненько. Так, потом, что мы имеем из огнестрела? А из огнестрела у нас два глока, две акашки, дробовичок, скар и ракетница. Плюс 6 белой краски, плюс 80 от батареек. Ну, за место батареек это могут быть разрушители, катаны и все что угодно. Я взял батарейки. 9 катан, сет брони спецвойск и еще один сет брони спецвойск. А, кстати, плюс еще два глока, то есть 4 глока в итоге. И два генератора. Ребят, на этом все, я с вами прощаюсь. Если вам понравился этот рейд, обязательно ставьте пальцы вверх, подписывайтесь на мой канал, комментируйте. Пока-пока, до скорых встреч.